На сцене городского театра в одной четверти финала встретились 14 команд. По мнению жюри, с каждой игрой команды становятся все сильнее, а шутки искрометнее и острее. Но с двумя командами, набравшими меньше других баллов, придется расстаться до игр следующего сезона. До финала не дойдут правила из Перми и сборная Саша. По сравнению с выступлением в 1/8 финала произошла значительная рокировка. Вчерашние лидеры сборной Оренбургской губернии и сборной Кубгау по баллам отодвинулись на последние места, а в лидеры вышли новое поколение Пемза, сборная Грозного, литераторы Башкирия, Ростов, ДГТУ и команда «Экскурсия по городу». Они набрали по 13 и более баллов. Друзья, борьбу убрали из олимпийских видов спорта, и поэтому борцы перешли в другие секции. Итак, представьте, финал чемпионата мира по бальным танцам. Победителями игры анапский зритель встретится в сентябре, но у КВН нет каникул. Следующие игры не менее интересные состоятся ровно через месяц. Все было очень здорово, хороший юмор. Нам было жалко расстаться с теми двумя командами, которые нас покинули. Но ничего, я надеюсь, мы с ними еще раз встретимся. А в принципе, КВН в Анапе продолжается. Буквально через месяц мы увидим такой баттл между нашими лучшими командами и командами Воронежской лиги, центральной тоже лиги, которая в Воронеже. Мы сможем его тоже здесь посмотреть. 5 июля. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.